Так, ребята, всем привет! Вы на канале Dark Boy. Сегодня будем проходить Балди на плохую концовку. Только, конечно, не просто так, не в простой игре, а в игре, которая то с дополнением, с модом, так сказать. Мод добавляет читы, да, потому что ж если играть так вот без этого, то это будет очень трудно. А чтобы как бы получить плохую концовку, это нужно, что и все вот этих 21 пример вот этих, ну, из, в общем-то, 7 этих тетрадей или 7 вот этих блокнотов, так сказать, в котором по 3 примера, да, и на которые из каждой нужно ответить на все неправильно, чтобы потом получить плохую концовку, ну, плохую, господи, секретную концовку, тьфу ты, секретную. И поэтому я взял, скачал читы. Ну вот, скачал модификацию там с YouTube. И теперь сейчас будем проходить. Короче, я не буду медлить, начинаем. Так. Так, что мы будем первое? Ну, короче. Балди, чтобы у нас не атаковал, мы сделаем, что ему ему. Хотя можно и телепотами. Так вот. Игнор, чтобы у нас игнорировал. Дальше следующий плей там игнорируй. Следующий персонаж плей там. Кто у нас еще бесячий такой? Так, и директор, чтобы у нас не трогал. Все. А так мы сейчас пойдем спокойно. Все нажимаем. Просто будем так проходить. Без каких-то телепортов, просто вот так вот будем ходить в каждую комнату и собирать блокноты. А он снова-то наш трогать-то и не будет от балды, видите, сейчас он будет еле-еле идти. Так, нажимаем. Идем в каждую там. Видите. Так, это вторая по счету. А где он, кстати? Все. Теперь туда пошли. Пошли, пошли. Это, конечно, так очень просто. Даже не приходится брать какие-то предметы. Так, следующее. Третье. Берем. Все на 3. Говорим неправильно. Нажимаем на ОК. И все делать неправильный ответ. Потому что только даже я как бы и не ответил. В пустом тексте даже еще не ввел ответ. И сразу же на ОК. И сразу засчитал, что неправильно. Ну а что, пустой текст это ничего не значит. Ничего не значит. Поэтому неправильно. Конечно, так, он сейчас идет на звук, понятное дело, тут балди. Так, отвечаем, все неправильно, неправильно. Следующее это там, который в другой стороне. Правой стороне школы. Там, как войдешь в столовую, там с правой стороны, там еще дверь, желтые вот эти. И там уже, там, который посередине, между, немножко спереди, да, там слева. То есть такой проходик, и там есть посередине дверь еще одна, так что туда и пойдем потом. А там вот еще сбоку. Подожди-ка, зачем я взял сот? Сейчас пойдем туда, и там будет дверь. Немножко правее, ой, правее, левее. Тут туда войдем, у нас только все равно как бы не будет. И вот у нас пухуй. Пятый, шестой там, на седьмой там возле директора. Все. Сейчас получим. Ну, суперс настройка ты. А, суперс, кстати, я забыл для вас купить. Ну, в принципе, тут не помеха. Все. И шестой последний остался. Посмотрим на секретную концовку. Хотя я сам никогда не пробовал. Как бы не мог пройти. Честно. Ой, честно, нечестно, я не мог пройти.
Я как бы пытался, но не мог ему, потому что, ну это ж какой хардкор. Если с каждый блокнот ты собираешь и по каждой там три неправильных предмета, то все. Потому что ускоряется, как какой-то там бешеный. Все. Все, всем блокнотов взяли, чуть пошли к выходу. Так, ну вот. Ля, чел, отвали. Хотя ладно, то у меня тут не помеха. Да, носок, ты просто спаситель. Так, вот еще. Там еще четвертый последний будет. Сейчас тут сюда дойду. Так, а тот еще, который там. Ну да, с этой стороны. А он вот здесь. Че, уйди. Ну мы доходим. Как там только пищит. Ну все, короче, идем к выходу. Раз. Два. Три. Все. Это типа такая заставочка, да? Типа какого-то там человека может как бы поставить в тупик, мол, то и правда, что ли, просто картина или что, да? Людей, типа, если повернешь, то это как бы не просто картина, это полноценная комната, проход, коридор, в офис Балди. И тут растянуто сам Балди на всю вот этот кабинет. Вот, встречаем, так с какого-то, называют его имя файл 2, как ни странно. Ну, то, что такое про игру. Типа, мол, эта игра небезопасна, тебе нужно ее удалить. Как бы ты, то, что я знаю, надо ее удалить, да. Она небезопасна, тебе не стоило было в это играть. И тебе нужно ее удалить, ну, как-то так. Ну, после вот этих всех... передержей, которым будет слушать его вот этих речи, после конца, как бы в конце будет длинный вот этот гудок, длинный вот этот пиканье, хуиканье, как это называется, да, вот это. А потом, собственно, вылетит игра. Сейчас договорит. Я сразу на меню переключусь.
Мне кажется, как будто уже не слышно. Все, это уже после этого. После этого уже вылетит игра. Но я решил не показывать свой рабочий стол, потому что вы уже его так видели. Ну, типа, мол, нахуя, да? Ну, короче, ребята, ну, то, что, это все то, что я хотел вам показать. Эту концовочку секретную, да? Это все то, что я хотел показать. Короче, ребята, ну, спасибо за просмотр, что я хочу сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, ну, и всем хорошего дня, вечера. Да, желаю всем хорошего дня и вечера, хорошего там, да, вечера. Опять уже повторил. И всем удачи и пока. Да, как-то так. Все, худи бай.